Сначала судьба привела их в СТВ-медиа, где они познакомились, а потом и в ЗАГС. Коллектив холдинга и в том числе редакция нашего телеканала поздравляет с днем бракосочетания новоиспеченную молодую семью. Менеджер отдела продаж Денис Гресь и шеф-редактор телекомпании СТВ «Пятый канал» Полина Осадчая теперь не только коллеги, но и молодая семья. Историю служебного романа смотрите далее. Марш Мендельсона, обручальные кольца и, конечно же, белое платье – все это неотъемлемые атрибуты рождения новой семьи. Свадьба – самый счастливый день в жизни любой пары. Это постановка, ведь телекарьеру уже опытный к тому времени журналист Полина Осадчая начинала в службе новостей РЕН-ТВ «Набережные Челны» сначала корреспондентом, потом стала продюсером программы, шагая по карьерной лестнице в буквальном смысле, не жалея ног и новых сапог тоже. Сегодня она и руководитель, и редактор, а может в случае чего и сама программу провести. Профессионал, преданный делу. Такой Полину Осадчую знаем мы, коллеги. Упертость, скажем так, в хорошем смысле этого слова. То есть если за что-то взялась, не получается, всегда доведет до конца в любом случае. Если не может довести до конца, то найдет причину, по которой не может. То есть я вот это отнесу, наверное, к одним из лучших качеств. Вот. Она вкусно готовит. Обаятельный и веселый, как говорится, душа компании. Денис при этом опытный менеджер в сфере продаж и к тому же с активной гражданской позицией. Вот, например, он призывает бороться за чистоту окружающей среды, помогая экологам и журналистам разобраться со свалкой и нарушителями. Потрясающее чувство юмора. Вот. В первую очередь вот меня очаровало именно оно. Не какие-то там вот романтические ухаживания или что-то в этом роде. У него очень много энергетики, и он, в отличие от меня, очень активный. То есть, насколько он эмоциональный, не стеснительный. То есть, моя противоположность. Служебный роман сегодня привел молодых в ЗАГС. И это уже не постановка. Марш Мендельсона, обручальные кольца, белоснежное платье. Все по-настоящему. И заветные слова, скрепленные поцелуем. Перед тем, как отправиться в свадебное путешествие, несмотря на отпуск, молодожены не могли не заехать на работу. Жених и невеста услышали здесь много теплых слов, пожеланий и приняли подарки от руководства холдинга СТВ-медиа и коллег. Егор Орлов, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.